А вы знали, что есть четыре фразы, которые никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя говорить себе прямо никогда? Запишите их, запомните и постарайтесь их больше не использовать. А дело в том, что эти фразы использует каждый второй человек и не думает о том, что таким образом он приглашает все в свою жизнь. Итак, первая фраза: «Вот я дурак» или «Вот я дура». Вы знаете, когда вы такое говорите, вы сами в себе сомневаетесь, вы не верите в себя, вы не верите в свои силы. Вы знаете, каждый человек, он может ошибаться, и это нормально, потому что все мы берем новый опыт, навыки, новые знания, и, соответственно, если этого не будет, то как мы сможем дальше двигаться и развиваться? Поэтому не получилось что-то, ни в коем случае себя не называйте. Попробуйте еще раз, а возможно подумайте, что вы не так сделали, где это нужно отработать и так далее. Следующая фраза: «Мало ли чего я хочу» или «Много хочешь, мало получишь» или «Хочется, перехочется». Вы должны понимать, что каждый человек может иметь то, что он хочет, и не стоит себя ограничивать. Как только вы себя ограничиваете, вы то же самое и получаете в свою жизнь. Следующая фраза: «А вот ему хуже, чем мне». Вы вообще никогда ни с кем не должны себя сравнивать, потому что у каждого своя дорога, у каждого свой путь, и вы имеете право поступать так, как вы считаете нужным. И следующая фраза: «Я слишком старая для этого» или «Я слишком молодая для этого». Вы знаете, нам общество навязало те или иные ограничения или рамки, и многие люди по ним живут. Не стоит. Хотите попробовать — сделайте. Хотите что-либо создать — созидайте. У вас обязательно все получится. Прямо сейчас в комментарии напишите слово «изобилие», пусть Вселенная поможет вам привлечь еще больше денег и достатка. Но прямо сейчас на экране, друзья, видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ.